В 2002 в год создания местного отделения партии «Единая Россия» в Ленинском районе в ее состав входило всего 38 человек. За 15 лет число однопартийцев значительно выросло до 1000. Есть у партийной организации сторонники, их порядка 200 человек. Они оказывают содействие в реализации различных программ. Мы прошли достаточно сложные этапы становления. Результаты прошлых лет показывают нашу убедительную победу и абсолютное доверие жителей к нашим действиям, абсолютное доверие общества к нашим действиям. И тем самым, конечно же, нас в первую очередь стимулирует для того, чтобы мы больше работали на созидательный труд. 15 лет в масштабах истории немного, но, подводя итоги работы, можно с уверенностью сказать, что для местного отделения партии прошедшие годы вместили гораздо больше. В активе много хороших дел, инициатив, и именно благодаря политической и общественной деятельности «Единой России» есть позитивные перемены в жизни района. Так, проблема, которую мы проводим с вами ежедневно, ежечасно, иногда и каждую ночь нам приходится встречаться, созваниваться. Все это те опыты, которые должны быть, безусловно, очень хорошими. «Единая Россия» широко представлена и в органах местного самоуправления Ленинского района. Членами партии являются более 70% депутатского корпуса. Каждым годом наш район и город все краше и краше, будем так говорить, да? Смотрите, сколько построено, сколько есть социальных объектов, да, вопросы МФЦ, да, и вот и здравоохранение, образование. То есть все везде, где есть начинания какие-то, мы, конечно, поддерживаем эти все организации и все эти проблемы, которые есть и для людей. Благодарственными письмами и грамотами в этот день наградили более 50 самых активных членов партии, а также представители молодежного движения «Молодая гвардия». «Единая Россия» является для нас очень хорошим помощником. Вся наша деятельность направлена на деятельность молодежи. Мы помогаем молодежи организовать различные мероприятия, а нам в этом помогает партия «Единая Россия». В завершении мероприятия виновников торжества поздравили творческие коллективы района. Ирина Бокова, Владимир Бежонов, Екатерина Чернышова, «Видное ТВ».